Доброе утро. Сегодня вроде как 1 сентября. Ну, конечно. Ура! Здорово. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Не забывайте открывать учебники, и тогда у вас все будет более-менее нормально. Учеба в жизни пригодится. Поехали. Действительно. Тут нельзя ошибиться. Пластиковая. Эх, жалко пластиковая. Модель бы я взял. Кресел нету, жалко. Бог ты какой. Ну вот, более-менее, тут без стекла. Шикарно. О, вот это да. Что с ним? Количество пластилина просто зашкаливает. Да не, пакет не надо, я сейчас тут целого-то ничего не нахожу. Не, маленький, совсем маленький. Не, у меня пакетов море, мне не надо, я только один предмет нашел дельный. Не, спасибо. А почем остаток автомобиля? 100 рублей. Там что, ничего, она проженит? О, как удивительно. Не закрывается, ладно, так. Что-то у меня подобное есть, почините слева. Бурага. Винка 17. Вова, ты поел? О, запаска еще. А, не такая, ладно. Блин, почему? Так. Поел, да? Да, все нормально, спасибо. Так, 100 рублей. 100 рублей. Мусоровоз. Разутый. Без руки. Ну, так, вот. 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 Ну, так, вот.
Хм, прикольная штука, ладно. Я возьму. Сколько? 50 Говно инструмент. Чек, интересно, мне выбьет, нет? Чек, пожалуйста, да? Че, норм, один кулачковый патрон 150 стоит. За 50. Она не рабочая. Могу продать отдельно, 150 рублей стоит кулачковый патрон. Постепенно. Сейчас, понимаешь, это невыгодно. А так вот будет постепенно сползание в говно, с последующим затоплением. Только одна колонка. Круто. Прикольно. А ручка почем? 20. 10. 20 рублей. Поди снимается. Да? Ну да. Забавно. Я вчера сказал, что никто не облажался. Так, вот этот ящик. Блин, машины бы от него. Пародия на Лего. Пародия на Лего. Вот такой есть. Я понял. А что это не купе? Это 150. Вот это да. Обалдеть.
Круто. Да, три. Три. Офигенно. Это очень круто. Он вообще здоровый, капец. Вот это я понимаю, тут времени туча, жестяк. Так, сломанный. Ты же это, подруга ослика. Да, она сломанная. Вон, нога, короче, уже не ходит. Это же это, подруга осла из Шрека. Дракониха. Разные. А, вот он и осел сам. Да, куда его, да? Трудный, да, просто. Это же ее жених. Серьезно? Да, я видел. Шпили-вили сейчас будут. Надо их рядом не ставить. Как раз вот сюда. Под хвост? Бля, ну что это, ё-моё. Свет, конечно, у него такой спорный. А встать бесполезно, я пробовал, не получилось. Почему? Ну, фиг знает. Ложусь поздно. А почем остатки роскоши? Молчи. Так, это пойдет. Снимаешь? А? Снимаешь. А тебя не будет, все равно я тебя вырежу лицо, если даже попадешь где-то. Чтоб лишних, как говорят, ко мне претензий не было, я сейчас лица делаю таким. Не видно, чтобы в общем было. Ну да, ну не полазит потом, не тут. Потому что, чтобы потом, как говорится, люди не относились к этому негативно. Блин, зеркало сломано. Вот это, кстати, прикольный. Капец, странное чудо, но это мы возьмем. У меня была офигенная Феррари, которая новая. Как говорят, кто рано встал, тот того и тапки. Спасибо. О, вот эту дровину я на той неделе не купил. О, я фея, я фея. О, очки Лепса. Лепс здесь был. Стопудово. Да, что это такой самокат? Я такого ни раз не видел. Система складывания вообще никогда не встречал такой. Офигенно. Своеобразная штука. Круто. Блин, столько чинил самокатов, но такого даже не видел. Рога 5 штук. 5 косарей. Тиберушки. Алина! Алина! Thank you.
Без двери. Еще дельного-то есть такое. Это чай. 1.43, made in China. А почем, малыши? Блин, колеса нет. 50 это ближе к 30? 50 это ближе к 30? Ну, говорят, 50 это ближе к 30. Колеса вообще нету. 30 рублей, вполне нормально. Колесо я такое явно не найду, это надо целиком все поменять, чтобы были одинаковые. Это ж моделька. Это ж не просто там пластиковый трактор. Что, тридцатник? Да. А, норм фокус. Пятьдесят восьмая армия. Хаутраздели. Ну, трансформер. А почем? Автомобиль. Бать, почем? Ну, сколько дам? Сколько дам? У меня такой вопрос нельзя спрашивать. Я могу назвать цифру, вам не понравится. Замечательно. А? Замечательно. 30 рублей в самый раз. Видите, как мы с вами общий язык находим. У меня мое свинское конечно, поведение, ну ладно, 30 рублей. А почем авто? Авто почем? 50 рублей. Кажется, нету. Шин. Не хватает. Да, я вижу, да, да, да. Искать смысла нету, да, в куче? Нету, нету. Ага. Я пересмотрел там, нету. Ух ты ж, ёкарный бабай, какой страшный. Полный набор бы стоил, наверное, дофига. Че за Hot Wheels такой? Красиво сделано. И со всех сторон так. Да, 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 да. Так, и это привлекало. Блин, ну как так-то? А почем?
остальное я найду. О, инвалид. Под фотик. Ой, классный чехол. О чем кабели? Кто продавец? А? А что? Просто деду были по полтине. Ну бери полтинник все. Знаешь сегодня все. Хоккей, косарь. А вот ничего, рыбенькая, ты красный. Невесты на выдане такие себя ждут. А сколько тут стоит? То есть можно брать и уходить, да? Ну, вы же говорите, бери. Я-то возьму. И почем малыши? Ну, которого я, как скажем, щупал. Вот он? Да. Вот он 300 рублей. Шикарно. Вы прям, вам не откажешь. Невозможно отказать. О, тематика для тех, кто любит. Разобрана. Приставочка. С крышкой. Че, не закроет, пуль попадает. Не фася, полароид. 300 лет их уже не видел. Полароид. Да. Помнится было. Ноу-хау, да. Надо весы, кстати, советские, надо их выложить. Вот это, кстати, купят скорее, чем полароид. Да, а что, полароид не купят? Ну, как бы это уже... Их много. Ну, скорее для российского, чем для советского. Так, кто-то там меня давит сзади. Пластик. Блин. А я уже губу раскатал. Вот, кстати, пластиковые газели, как были в посылке, которые я не покупаю. Какой крыс? Или это не крыс? Ты кто? На енота не похож.
Да, полигон. 50 рублей. Алло. Что такое? Алло. 50 рублей-то. Короче. Это 150. Да, машину, ну колеса, да, уже, я так понял, нет, все. Ну, вот так есть. Да. За 20 отдадите. 50 это стоит. Так, хоп, и была еще одна такая же. Классная тема была. Обалденная. Прям классная. Детские часы. Что-то они, походу, отходились уже. Вода или? Да, наверное, маленькая. Может быть, затеряли. Это что, часы, что ли? Ох, нифига она тяжеленная, господи, обалдеть. Ванночка это как сувенир. Да, 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 я вижу, что часы. 100 рублей. Они на магните там, да, вставлены? Черт знает, непонятно. Ванночка зачетная, конечно. Царапанная, но зачетная. Батареечку. Но не факт, что не пойдут. Ну, вообще классно. Че? Бураговские. Что-то бураговские одни машинки пошли. А, колесо почти отломилось. А почем остатки роскоши? Полтинник. Ага. На развале. Колесом. Колесом. Все по 50 рублей? Да. Вам еще. Можно готовить, смотреть время и бить мужа по голове. Отлично. 100 рублей. Многофункциональная сковородка. Сразу раз. Да. Да. И мужу. Ты не пришел вовремя, смотри, который час, и клевы по лицу. Если муж придет пьяный, сразу сковородкой по голове. Да. За одно время отпечатается. Да. Чтоб знал, что меньше пить надо. Мультяшный харьер, забавно. Кинсфон. Блин, он вообще не похож на настоящий. У собаки в заднице выхлопная труба. Как интересно. Телефон почем стоит в лайт? 300. Лайт 300, он в рабочем состоянии. Можно почем? Да. Блин, кстати, барахолка забавная. Чемодан 800 рублей. Глобус лабораторный. Он еще СССРовский, похоже. Скорее всего, да. Офигеть. Новый. В упаковке. Жесть. Понятно как? А, ну ему вообще хана, ему крышу продавили. Кресел нету.
общем, в утиль. 50 рублей. А, да-да-да. На него кто-то наступил. Ему... Его теперь только списывать. Щенячий патруль. Целая банда. Вся сборная патруля. Я их не знаю никого. Короче, тут их целая куча. Девка, фига себе, с холодным оружием. Ну и еще один такой же. Столько девчонок в одном месте, ни одного пацана. А, не, вот есть один молодой. Так, китаёзный, да, китаёзный. Вот это бурага Италия должен быть. Да. Ну, у меня так и есть. Все. Иномарка российские дороги не вывозит. А почем автомобиль? 30 рублей. ХЗ. Если по-русски так читать, ХЗ. Ху знает, типа. Треснуло. Дождик. Блин. Старый конструктор советский. Мотоцикл. Сколько стоит мотоцикл? 300 рублей. О, баскетбол у меня такой был. Так, что мы там увидели? О, слоники пошли. Слоника не уходит. Слоника не уходит, да. Они еще лежат, бывает. О, понюхал, полежал, все, не пошло. Вкус не тот. Да, не вкусный слоник. А вы послушайте. Вот так.
На мероприятии, а я пьяный. Мне, так, мне чуть-чуть просто на пробу это с хреном, да? Чуть-чуть там. Чуть-чуть с хреном, да. Эй, радиоуправляйка. Range Rover 600 рублей. Цена магазина. Как это Land Rover, правда, но... Это же старый... Старый New Ray. О, доктор. Доктор из Советского Союза. Айболит. Купил, блядь, квартиру, блядь, написал на маму. Говорит, это мама моя купила, ей 82 года. За 400, накопила, блядь. 400 метров квартира, блядь. Она 400 лет копила. 400 метров квартира, блядь, стоит что-то 47 миллионов, блядь. Представляешь, мозги ебут, блядь. Это мама, говорит, купила, это не я, сука. Блядь, на маму. Ну, в общем, его Навальный вот так нахлобучил. Молодец, Навальный. А этот, голова, ты миллиард, миллиард, варила, блядь. Блядь, у него за все время там или за зарплату выходит 80 он 300, миллионов. Он 300 тысяч получает. А посчитали, 70 лет надо работать ему еще, чтобы, блядь, все это отбить. Варила, блядь. И Путин нихуя не делает. Варил, блядь. Варь Что она не закрывается-то? Ну тут уже интересно. А почем авто? А, автомобиль. Машина. А, с фарами же, да? С фарами, да. Полторы тысячи. Бля, хомуха, что мне так не везет? Че он? Вэль. Ни хрена не вижу. Здравствуйте.
полтора рубасика. А задние двери открываются? Все открывается. Ну, ну понятно, да, да, да. А я вижу, да, 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 нет. Пластик. Пластик, да. Облом. Облом, облом. Эх, ну ее простоте вот. Ну как так? Опять же, без всей задницы. Так, чего у кого спрашивать-то? Сколько стоит-то? Ага, спасибо. Вы собираете? Потому что вот кто собирает, вот эти вот. Да, это малышей, да, тоже кто-то покупает. А, ну если играть, тогда другое. Вы было играть, возьмите его. Нет, это Hot Wheels. Не, не, это Hot Wheels. А? Ну да, точно. А почем они? Эти 10. Сколько? А эти по полтинке. Эти почем? Эти 10. 200? Так и... Сестра. Это жизнь. В чем фигурки? 50 рублей. Угу. Большие разные. А можно женщину подешевле? Сколько? 30 рублей. Дорогая женщина. Давай. А можно, говорит, остальных показать? Прикольная игрушка. Спасибо. А рога твои? Забавно звучит. Доставку сделаю? 3500. На брезине корпус. Ну я помню его. Может я путаю, конечно. Но спорт там одна, по-моему, модель. 51-00. Nokia 51-00. А, 0-0.
Такое редко. Ну бывает, я видел такие. Бывают, попадаются. Ну редко. Маленький песочек такой. Да. Да, такой. У тебя не спрашивали, слушай. А я думал другая. Спорт еще другая модель есть. А почем машинка? 50 рублей. Так, с этим посмотрим сейчас еще. Ну-ка, сейчас спросим, подсоединим еще остатки. Испортили, да? Ну конечно, ну тут и стекол нету. Трисапик, да? Угу. А зарядник полтинник это 50 рублей. А проверять можно? А? Проверять можно? Деньги оставьте, потом проверяйте. Это говорят вот так идет комплектом за 50 рублей. Говорят, хороший грузовик получится. Че, нормально, смотрите, КамАЗ на четырех колесах. Так что? 50 рублей раз, 50 рублей два. 30 рублей продано. Че, полтинник? В самый раз. Как мало. Я сейчас ее отправлю ее надо только на покраску, на полировку. Все, знаете, сколько в сервисе берут? Че, полтос? Не? Вот это парень забрал, этого не видел. А потому что глаз алмаз у меня. Глаз алмаз, за глаз алмаз там можно, как говорят. Сейчас у него резина тоже не было. Да. Еще так что, давайте. Как-то 60. Я-то тут, а он-то там. 50. Ну давайте 50. 60. Ну как? Камера за сколько брал? Камера брал за деньги, за рубли. А нет, хотя что нам? Хотя да, за рубли, все правильно. За сколько покупал? А если скажу 50 рублей, да? Нет. Просто... Как нет? Ну в смысле просто, я просто прошу 50, а вы 60. А видите, просто. Полтос? Вообще, сколько стоит это? Денег стоит. Прям стоит денег. Я знаю. Пришлось штаны последние продать. Штаны последние? Конечно. А это уже не мое. А, штаны уже все не мои. Даже туалетную бумагу немного БУ продавал. Ох, блядь. Ну, давай тогда уходи, полтинник-то. Со мной можно поговорить, да? Тебе ничего не надо. О, нивелир, что ли? Да, нивелир. О, автомобиль. Спросить, почем. А почем машинка? Какая, вот эта? Да. Она номерная? Да, номерная. Сколько? Блин, ну 500. 500, блин, 500. 500, блин. Блин, блинский. 500. 500, жалко. А инфляция не может съесть до 300? Что? Инфляция в стране высокая. За 300 не отдадите что? Машинку? Вот эту? Да. За 400. А, не, 300 рублей. 350. Не, 300 рублей. Я как бы, ну, 300 рублей. Ну, она же, это же советская. Конечно, согласен с вами. Даже не спорю. Даже, видите, как бы не это... На колени пока не падаю. 300 рублей. 300 рублей. Ну, я, говорит, могу. Ага. Сейчас я позвоню, узнаю. 300 нет, мужчина. Я понял. Я позвонила. 400 нет. Нет, тогда нет. Нет. Звонить она не звонила, это точно. Отвернулась. 10 секунд постояла, она позвонила. Смешно. Так, гараж.
Блядь, ли он рад, что ему башку отрезали. Забавный бревно такое. Это динамики, что ли? Девушка, а пустыня? Как стоит? Это 50 рублей. Тоже 50? Да. А рюкзак почем? Это 150. Круто. Вот это красивое. Обалденно. Обалденно. Спроси, в каком городе она живет, скажи, что мама бандероль готовит. Не выходила, да, больше? Это американская, дорогая. У меня сейчас нету гумбу с собой. Сейчас загублю. Смотрите, вот цену. С пассажирами. 50 рублей машинка. Ага. А, вообще убитая. Какой тут размер? Маленький, да, она? Ну, да. Точно не знаю. И вот в такой коробочке она. В коробочке 150 рублей будет. А, с коробочкой? Так, вон там что такое. Да, прикольно. Что машинка? Ну, зачетная. Забавная. Прикольная. Я железный человек. Перчатки. Он off. Только в одной руке, да? В одной руке. Забавная тема. Но нужен костюм. О, прикольно. Зачетно. Можно еще чуть-чуть. Причем рисованное. Чем дальше отходишь, тем красивее смотрится. Эти греки, эти придурки, вся эта шобла, под предводительством этого гаранта, чекиста, гранта. А что он сказал? А, женщина в костюм на 3 года. Все. И все у вас в ажуре будет, если ты живу. Возраст зажить. Вот такой гарант. Любители сладкого. Бабу свою за коленом. И мы добаиваем. Детей разберем. Thank you.
Забавный пузырь. Вообще плотно не держит. Ничего, такой дичайший осел прям. Фига, у него ноги ломаные. Так, тут еще кто-то сидел. А, он был, короче, в чем-то и бил ногами во что-то. Шина от мотоцикла. А где мотоцикл? Предложение дня только сегодня, только сейчас. 5 рублей. Это, да. Да, это что-то было, черт знает даже что. Но будет в теории бензобак для машинки. Я хочу диску, поэтому не нахожу вот так вообще. А здесь она тоже? Ну нет, скидки такие, я не хочу. Блин, у них волосы как настоящие. Убавлю. 400 рублей. Красивый, очень красивый. А почем фигурка? 100 рублей. 50 рублей? 100 рублей. Говорили же 50. 100 рублей. 100 рублей раз, 100 рублей два, 50 рублей три продано? Нет. Нет?
За 80 продано. Заяц говорит, что, короче, надо его продавать, говорит, за 50. Вот я прям слышал, мне в уши дует. За 80 продано. Отмете. Брат, продай, говорит, его за полтинник. Красота, почему? 200 рублей.